Ярко, стильно, модно. Совсем скоро на «Девятка ТВ» стартует новый сезон «Шопперы в топе». Принять участие в проекте может любой желающий. Прием заявок сейчас в самом разгаре. Продлится он до 25 февраля. Авторы проекта приглашают принять участие в одном из самых ярких шоу Кирова. Подробнее о новом сезоне «Шопперов» расскажет Екатерина Дворникова. Событие, которого ждали все модники Кирова, не за горами. Совсем скоро стартует новый сезон реалити-шоу «Шопперы». Это один из самых топовых проектов канала «Девятка ТВ». Позади уже не один сезон, но авторы проекта знают, как удивить участников и зрителей. Этот сезон пройдет под девизом «Шопперы в топе». А это значит, что мы подготовили еще более интересные задания. Будут много сюрпризов, о которых мы, конечно же, расскажем уже в процессе наших съемок. И, конечно, все это увидят наши зрители дорогие. Ну и, конечно же, девиз «Шопперы в топе» — это значит, что придут лучшие из лучших, которые покажут, как надо действительно действовать сейчас в мире моды. Структура программы понятна и эффектна. Кастинг, отбор участников и много новых заданий. В каждом из них участники будут раскрывать себя. Жюри определяет лучших. «Шопперы» — это реальная борьба, настоящие эмоции. Победительница предыдущего сезона Ольга Илик рассказала, как участие в реалити изменило ее жизнь. Первые этапы, первые съемки, они были такие, выход из зоны комфорта, назовем это так. То есть это было тяжеловато, но это было супер интересно. Это был такой, не знаю, борьба немножко сама с собой, помимо того, что есть другие участники. Но это было очень интересно и развлекательно как-то. И вообще в целом я чувствовала, что я расту. Испытать незабываемые эмоции от участия в съемках шоу можете и вы. Попасть в проект очень просто. Снимите на телефон видеовизитку до 3 минут. В ней расскажите о себе, своем стиле и покажите самые интересные образы. До 25 февраля отправьте видео в личное сообщение группы «Девятка ТВ» с пометкой «Я хочу участвовать в шоу «Шопперы». И, возможно, именно вы станете победителем в реалити-шоу «Шопперы в топе». Кстати, призовой фонд конкурса составляет более 100 000 рублей.